специально по заказу телеканала Муз-ТВ в Москве не плюс 38, а плюс 22, чтобы мы смогли нормально дышать 25-тысячной толпой зрителей на этом шоу. Ну и на этой красной ковровой дорожке, где сейчас появляются особенные гости. Стоп! 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 Thank you! Это наши почетные специальные гости из-за рубежа. Господин Фэт Джо! And Феджи Коллинс, Скотт Сторч, Юлия Кова, Скотт... Hello. Как вас много, и все говорите не на русском. А вот, иди сюда, скорее снимай, ну что, какое платьице. Здравствуйте, Юлия Кова, и вот господин... Джулия, извините, ради бога, да. Джулия Кова и твой нынешний покровитель Скотт. Ну, расскажите, пожалуйста, мне очень интересно узнать, пока у него, во-первых, успел уже отведать здесь, в России, какие-нибудь там блинчики с икрой, щи, может быть, или пойдем потихонечку, или, может быть, еще что-нибудь погорячее. Пойдем. Успел? Привет. Привет, отлично. Хорошее английское слово. Привет. Да. Да, что-то, видимо, успел попробовать. Что больше всего понравилось из русской кухни? Классик. Он попробовал всю русскую еду, какую только можно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какими словами и комплиментами вы можете одарить нашу прекрасную Джулию Коу? Oh, she's beautiful, она очень красивая, очень гламурная. Perform wonderfully tonight. Она очень хорошо выступит сегодня, она гламурная и очень красивая. Мы ждем, не дождемся этого выступления, так же, как и Лера сейчас ждет, не дождется наших иностранных гостей здесь на красной ковровой дорожке. Друзья мои, вы на самом деле даже не представляете, кто идет сейчас ко мне по этой дорожке. Это голливудский самый знаменитейший продюсер Скотт Сторч, который, кстати, раскручивает Бейонс, Пэрис Хилтон, Pussycat Dolls. И поэтому, друзья мои, я думаю, он заслуживает бурных аплодисментов. Он сейчас здесь, а не в Голливуде, у нас на красной дорожке. Конечно, с очаровательной Джулией Кова. Я хотела бы задать вопрос, почему вы решили раскручивать нашу русскую диву? Она очень талантливая и невероятно представляет себя на сцене. Неужели в Голливуде мало талантливых и красивых девушек? Потому что на самом деле моя семья из России. Я хочу добавить что-то нового в своей карьере и раскручивать именно своих, получается, родственников. Друзья мои, супер! Голливудский продюсер у нас здесь в России! Скотт Сторч и Джулия Кова! Друзья мои, бурными аплодисментами, welcome! Ну, а я хочу сказать, что она зимой и летом одним цветом. Здесь появляется елка. Давайте посмотрим, в каком цвете она сегодня, в черном.